Сергей, пошли по глазу, пресс-комментарий сегодняшнего матча. Ну, во-первых, я хочу поздравить наших болельщиков, всех, кто за нас переживает, болеет, с Новым годом. Дальше по игре, ну, извиниться за игру. Мы вроде как бы настраивались, старались, все, ну, не знаю, в силу... Во второй, по-моему, четверти провалили рывок 19-0. Не знаю, с чем это связано, ну, не знаю, может, с какой-то недонастроем или наоборот, может, как-то перегорели, я не знаю. Ну, вот, собственно, это с нами и сыграло такую злую шутку. Если бы не было этого рывка, может, было бы все по-другому. Так что вот так. Все? Спасибо. Мы создаем себе проблему сами, как в хороших играх, так и в проигранных и в плохих играх. Вот сегодня как раз та ситуация, когда мы безвольно, бесхарактерно проиграли вторую четверть, где умудрились, помимо всего прочего, без единого фола дать сопернику рывок, сделать 19-0. Каждый уважающий себя игрок, каждый уважающий себя спортсмен обязан цепляться за каждую возможность доказать, что ты сильнее. Но безвольно, бесхарактерно играть вот эти отрезки, это непозволительно. Тем более это командная игра. Если ты играешь индивидуально в виде спорта, то там сразу все видно, кто что собой представляет. В командной игре вроде как все двигаются, и все вроде как где-то красиво и аккуратно, но мы не можем забить, и нам забивают в обратной атаке. И 19 очков, ты не попадаешь, тебе привозят эти мячи. Не было ни коммуникации, ни характера. Так нельзя. Это безвольно для молодых, для более зрелых игроков, это смерти поход. Поэтому здесь сегодня вот эти качели, которые были, и безобразная вторая четверть, надо рассматривать, но это уже где-то есть тенденция. На что это, почему так получилось, там, нехватка игровой практики, потому что мы не играли кубок, так как мы раньше вылетели из розыгрыша. Это можно все говорить, но уважать себя нужно. Уважать каждый момент, игровой момент, как в нападении, так и в защите. Очень много было брака и очень много было решений, которые не поддаются вообще логике. Ну, опять же, есть результат, есть счет, есть проигрыш. И вроде как-то и догнали, но осадок очень сильно остается. Надо разбираться. Опять же, идем на какой-то риск, что люди растут и должны через это пройти. Но я считаю, что нужно не допускать этого. И для молодых игроков каждый раз я буду об этом говорить, о том, что уважайте себя, уважайте соперника, но вы должны быть неуступчивы. Нужно всегда драться, биться, умирать на площадке. И уходить с площадки побитый, в крови, в поту, как угодно. Тогда я буду видеть, что да, боролись. А выходить 4-3-1 в пол за игру, это я не понимаю. Поэтому будет разговор, будет обсуждение. Будем стараться это все исправлять. Но, поверьте, это так безнаказанно не останется. Поэтому перед зрителями, которые болели за нас, которые приехали и поддерживают нас, благодарность и от себя, как от тренера и от команды я приношу извинения. Действительно, что они достойны большего. Поэтому готовимся к следующей игре. Ну а насколько мы сможем быстро перестроиться, это будет показатель того, какой у нас есть внутри стержень. А,
Ну, я не могу сказать, что так сильно изменилось, потому что стиль главного тренера, она не менялась. Просто появились исполнители, которые где-то более выполняют качественнее те или иные элементы. И, в принципе, опять же, наши провалы, то, что мы знали, к чему мы готовились, что вот этот быстрый переход от защиты в нападение, это очень хорошо у них получалось. Есть слабые места, которые другие команды будут нащупывать, они есть у каждой команды, и у этой команды есть, но они использовали все наши ошибки. Это уровень, хороший уровень команды, которая использует твои ошибки. Плюс, опять же, я видел, что у них тоже есть, было такие моменты, когда очень легко давали нам забивать, и это было учтено, это было сказано. Но, опять же, мы упустили во втором тайме отрезок очень большой, где мы плохо, отвратительно сыграли. Сказать, что это повлияло на общий, да, повлияло. Нашлось у нас силы где-то изменить что-то, да, нашлись, но нельзя допускать. Вот и качели вот эти мне не нравятся. Вот и все. Простите, но я не буду оценивать их, насколько они сильнее, слабее или что у них происходит. Это проблемы той команды. Сейчас на первом этапе, на данном этапе, мне прежде всего нужно решить свои проблемы внутри коллектива и командную игру опять же настраивать. Поэтому здесь больше вопросов внутри состава. Команде «Черкасский МАВ» у нас есть полная информация. Сейчас еще добавим то, что они сегодня играли. Стиль и то, что они могут, опять же, мы знаем, исполнение, кто будет играть против них. Та команда, то есть наша команда, как будет использовать их слабые стороны, это мы уже увидим через день. Это такой собирательный, наверное, образ. И дисциплина, игровая дисциплина. И еще некоторые моменты, которые нам нужно будет решить в короткий срок. Дальше игра покажет, кто сильнее. Поэтому мы можем говорить все, что угодно. Игра, игроки, мяч, кольца, это все приведет к тому, что это определит победителя в следующей игре. Большое спасибо. До свидания.